Сегодня 19 апреля. Доброе утро. День. Ну, просто на загляденье. Сейчас вы сами все увидите. Чудо. Традиционная панорама карьера. Ну, не могу я не показать эту красоту. Бездонное синее небо. Тихий ветерочек. И освобождающаяся ото льда поверхность воды. Я только что распилил все чурбаны и дрова, сложил поленницу, вот она красивая, накрыл ее нашими баннерами, транспарантами, с войной, вот тот с нашими лицами, тот второй, ну мало ли, от дождя. Баннерам ничего не убудет, а дрова будут сухие. Сгоношил лагерек, подмел даже, убрал на столе, начистил картошку. Сегодня я буду жарить картошку. Вот тут в кане, в воде, лежит картошка. И вот хожу и думаю, что же мне еще бы сделать такого полезного. Вчера много сделал. Ну, поставить разве что палатку. Возможно. Вот и вторая палаточка встала. Здесь я буду жить. Предполагаю, что это может быть ее последний полевой сезон. И сдержалась бедняжка. Вот этот кусок вырван в 2016 году собакой. Ослабели и делаются дугами. Дуги. Они такими изогнутыми, такими круглящими не должны быть. Сами их звенья ослабели. Дом этот, конечно, просторен. Вот здесь спокойно стоит стол, два стула, вещи, рюкзак кладется. А вот здесь огромнейшее помещение для 3-4 человек и их вещей. Предлагаю взглянуть на чудную картошку, которая вот-вот у меня уже будет готова. Опаньки. Ой. Супер-пупер-жупер. По-другому не сказать. Сейчас я чуть-чуть вот так охолоню. Вот такая красота готовится. Я подрезал лучку. Чесночку. Достал хрен. Полил классическим соевым соусом, забабахал туда специи, мели-сунели, вот там рассыпчатые сушеные, немного соли. Сейчас буду употреблять с чесночком в прикуску и с банкой на ваге томатным соком. Приятного всем аппетита, каждому у своего стола. Я позычил скатерочку в лесу, простернул ее и накрыл столик. Ну и для пущего нашего удобства сварганил замывальный столик. Слева от него умывальник, как вы понимаете. Чего не сделаешь в поисках работы, когда лагерь оставить невозможно. Сегодня прискакали 3 трофейщика на маленькой букашке на машинке. Оставили ее в 50 метрах. Начали копать 300-500 раз, а может быть 100-500, 500-1000 раз перекопанные окопы. До них же тут... Конечно же, ходил народ с минниками, с щупами, с лопатами. Все покопано, все. Но они решили, они в первый раз. Может быть, конечно, они опробовали какой-то новый минник или вводили в курс дела нового братана, я понимаю, может быть. Но то, что они так комично ходили по копанным окопам, это, конечно, забавляло и доставляло. Но в связи с этим я не мог покинуть лагерь. Никуда, ни влево, ни вправо, ни вперед, ни назад. Даже за водой не ходил.
Поэтому шуршал, шуршал и шуршал. Ну и нашуршал вот на палаточку, на умывальничек. Где он? Вон он. На огороженную лентой. Ленту тоже позычил в лесу. Кстати, на нашем старом лагере. На огороженную лентой проволоку. Ну и на наш бивак со скатеркой. И поленницу друг. А засим? Засим. Я сейчас сяду за компьютер и буду перекидывать те кадры, которые натолкал в этот телефон, снимая на камеру, с 15 апреля. 14 апреля я выехал, 14 и начал снимать. Так что с 14 апреля.